Я, когда бюстгальтер может угодить и тем, и тем дамам. Вот. Но, естественно, если широкое основание, то берем сразу взаимозаменяемый больше по корсетной части. И обращаю ваше внимание, что шортики – это не макси, они невысокие. У них закрытие бедра идет вниз. Вот. Значит, посадка у слипов выше средней. И трусики здесь соответствуют размерам, то есть никаких с размером чаще всего проблем не бывает. Следующая модель Лауренс. Здесь у нас такой бирюзовый цвет в сочетании с элементами песочного цвета, такой неожиданный. Все когда брали, мерили, был очень такой эффект на цвет реакция. Здесь мягкая чашечка, Т-образный шов с диагональным сверху, корсетная часть из микрофибры. И прекрасная посадка на узкую грудь с широким основанием. Просто великолепная. На близко поставленную могут быть пережимы. Тоже есть особая поддержка, то есть достае. Но, значит, на близко поставленную не садится, но если будет гипероснование, там в размерах Е, да, то соединится грудь. То есть только больших размеров. Вот, значит, и что еще? Дамы с большими формами груди, размерами груди, все отмечали, что очень открыто для них декольте. Потому что, ну, привыкли, что более такая закрытая, закрытая эта часть. Ну, некоторым, наоборот, это нравится. Трусики соответствуют размерам. Модель Изабелла. Вот здесь мы с вами попадаем в царство больших женщин. Две модели, Изабелла и Николетта, это и следующая модель, они представлены до размеров 110G. Ребят, 110 это уже мы можем одеть очень большие. Мы очень долго ждали этого момента, то есть не было таких моделей, а женщины-то у нас есть такие, и они, бедные, плакали, что вот для них ничего мы не шьем. Ну вот такая модель такого сливочного цвета. Сразу хочу сказать, что мягкая чашка, Т-образный шов с диагональным сверху, корсетная часть очень плотная, потому что рассчитана на больших женщин. Значит, и идеально садится на широкую, далеко поставленную, на всех этих Венер римских, да, вот, великолепно, на узкую с широким основанием. И тогда соединительная планка прилегает к груди и разводит. Но если мы пытаемся посадить на близко поставленную, происходит то же самое. Соединительная планка прилегает и разводит. И возмущению дам нет предела, потому что я так ходить не привыкла. По размеру села идеально. Вот, поэтому старайтесь все-таки на далеко поставленную. Опять же, только если вот с гипероснованием, уже в размерах вот больших, там, ей выше, тогда, да, тогда все равно соединится. Значит, вы еще способны воспринимать, или я уже вообще перегрузила, да? Значит так, хорошо. Николетта. Практически то же самое, то есть для больших женщин, U-образная спинка, большие бретельки. Значит, но эта модель садится на близко поставленную форму. То есть она, грудь ее может как бы заставить лечь так, как ей надо. Вот. Маечка размер в размер, замечательная, ткани вообще божественные, то есть можете совершенно спокойно с ними работать и предлагать. Ну и вот такая вот, вот волшебность, называется норма. Такой благородный черный цвет, несмотря на то, что его критиковали, да, вот и я тоже иногда критикую, но тем не менее, иногда надо. Плотная бесшовная чашка, съемные подушечки пуш-ап, корсетная часть из атласа и, соответственно, она плохо тянется, да? Вот. Модель, которой тоже надо уходить в большие размеры. Но если грудь опавшая, то может и оставить, ну, или какой-то один параметр поменять, или чашечку побольше, или корсетную часть. При широком основании посадка не идеальная, вот, то есть лучше на стандартное основание. И здесь есть неглиже. Значит, вот здесь не очень видно на фотографии. Вы знаете, здесь вот как бы вот, вот такой вот период. Вот просто ткань вот так лежит, да? И очень такой эффектный вырез. Но тоже можно считать, ну, это не совсем комбинация, это именно вот предбадуарное что-то такое, предпостель.
вот дом ходить, мужу удовольствие доставлять. Вот. Ну и вот модель Татьяны. Ну, прям спасибо дизайнерам, назвали одну из самых красивых моделей моим именем. Очень им благодарна. Вот. Здесь у нас с вами модель каверзная. Ну, как все красавицы, капризная. Плотная бесшовная чашка. Вы знаете, вот эта часть садится на всех обалденно. Просто вот смотришь и думаешь, господи, какие же мы красавицы. А вот корсет, там кружево. И очень-очень невысокая корсетная часть. Поэтому если основание широкое, или вот здесь вот мягкость, повылезать все, конечно. То есть будет очень красиво. Ну, а это можно какими-то маечками скорректировать или что-то еще. Подумайте, потому что, конечно...